Стали известны подробности крупного утреннего ДТП под Казанью. Там столкнулись 5 легковушек и КАМАЗ. Это видео мы получили от мобильного репортера Life. Произошло все на 770-м километре трассы М7 около деревни Моркваша. Это недалеко от моста через Волгу в сторону Казани. Известно, что машины ехали по одной полосе. По предварительной версии, водители не соблюдали дистанцию. В итоге друг за другом выстроились легковушки. В основном иномарки и грузовик КАМАЗ. По предварительным данным, пострадавших трое. Они ехали в одном легковом автомобиле. Все госпитализированы в 12-ю городскую больницу Казани. Сейчас на месте ДТП большая пробка. После столкновения автомобили столпились на дороге и загородили проезжую часть. На месте работают экипаж ДПС и бригада скорой помощи.